Здание музея построено в 1794 году. Старый дом, в котором расположен музей, является памятником истории и архитектуры конца 18-го и половины 19-го столетия. Всего в музее 12 залов, экспонатов около 3000. Фонд музея, особенно в части макетов кораблей, наглядно демонстрирует всю историю Николаевского кораблестроения с конца 18 века до наших дней. Первая комната охватывает город и верфи, самые ранние начала, когда был основан Николаев. И когда вы проходите через каждую комнату, вы продвигаетесь во времени. Экспонаты первого зала рассказывают о начале судоходства по Днепру и Бугу, Черному и Средиземному морям. Модели судов от первых кораблей до современных, фрагменты первых известных лодок, поднятые с вод Черного моря и рек юга Украины. Здесь представлены редкие карты, фотографии, газеты, многочисленные документы, рассказывающие о развитии судостроения и флота. В музее сохранилась уникальная коллекция старого оружия 18-19 веков. Особый интерес вызывают экспонаты, рассказывающие об истории флота запорожских казаков и героической борьбы за выход в Черное море и закрепление на его берегах. Морские походы казаков изображены на картинах. Значительную часть экспозиции раскрывает деятельность николаевских судостроительных предприятий, начиная с первой Ингульской верфи, заложенной в 1788 году. Жемчужиной музея является диорама строительства кораблей на Николаевском адмиральстве первой четверти XIX века.
зале Крымской войны 1853-1856 годов экспонируются настоящие реликвии, корабельные пушки, Андреевский военный морской флаг, документы и награды моряков, участников войны. Крымская война стала определенным этапом в процессе перехода от парусного деревянного флота к парусному броненосному. В музее экспонируется модель первого броненосного корабля на Черном море «Новгород», спущенного на воду в Николаевском адмиралтействе в 1873 году. Значительная часть экспозиции посвящена развитию судостроительных предприятий города в конце 19-го – начале 20-х веков. Это материалы, отражающие работу судостроительного завода.
и реконструкцию Николаевского адмиралтейства. Сегодня музей судостроения и флота – один из наиболее популярных историко-культурных центров города Николаева.